Всем привет! Пришла посылочка. Оценена у нас в $2.5. Брал по акции, так они, наверное, подороже немножко. И 110 грамм. Это крепление для фотоаппарата. Не знаю, как это будет выглядеть. На самом деле, ну, на картинках было вроде все красиво. Поставляется в коробочке. Даже не помялась коробочка. Такое вот крепление достаточно большое. Линеечку взял, кому будет интересно. В таком положении у нас получается 8.5 сантиметров. Здесь максимальное, ну почти, наверное, тоже, да, 8.5 будет. Вот такое здоровое крепление. Рассчитано для большого фотоаппарата, наверное. И в глубину она тоже 5 сантиметров. В комплекте у нас ключ и два разных крепления. Точнее, они не разные, просто две штуки. Так она выглядит. Здесь резьба должна 1,4 быть. Нет, они немножко разные. То есть даже можно замерить. Точно замерить не могу, если кому-то надо будет, потом точно замерю. Ну, 1,7, ну, 0,7, наверное. А здесь у нас 0,4, 0,5. То есть разная глубина. Ну, вот 0,4, 0,5. Резьба получается 1,4, но вот на фотоаппарат, на мой, немножко зазор остается. 2, наверное. И разного цвета они. Да и материалы. Этот стальной такой, а это что-то такой пластик. Ну и смысл, что у нас здесь так мы вставляем, она защелкивается. Фотоаппарат у нас болтается. И обратно она не дает. То есть здесь металлическая вставка, там внутри пластик, по ходу дела. И условно. То есть вот эта защелка сама, скорее всего, да, пластик. И вот это все внутри пластик. А вот это металл, ну, укрепленное. Сейчас замерим. Тоже важный момент. Сколько у нас вот здесь? 5 сантиметров. То есть можно снять быстро. То есть, скорее всего, портупея у нас зайдет сюда. Ну, скорее всего, вот так это будет. Да, то есть, наверное, любой ремень будет. Все это аккуратненько. Ну, я думаю, здесь выдержит и большой фотоаппарат. Для моего маленького вот это вообще. Она здесь у нас крутится как хочет. В принципе, вещь хорошая. Сколько прослужит, потому что вот эта защелка все же пластиковая. Ну, вверх она не будет давить. А так все добротно сделано. Аккуратно. Так что будут какие-то вопросы, по возможности отвечу. Так, спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.